Всем привет, это канал «Двое в каноэ», меня зовут Павел, и сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы касательно программирования. Дело в том, что уже накопилось очень много вопросов касательно программирования в Канаде, в Северной Америке. Я постараюсь сегодня на них, на всех ответить. Итак, первый вопрос. Учеба, программа и стоимость. То есть имеется в виду, по какой программе я учился и сколько мне это стоило. Учился я в городе Монреаль, в университете Конкордия. И стоимость программы была около $5000. Это была программа дополнительного образования. Это программа для тех, кто уже имеет какое-то образование и кому нужно получить какие-то дополнительные навыки. Эта программа была удобна тем, что я мог учиться после работы, по вечерам. И эта программа имела гибкий график, я мог сам набирать количество предметов. Таким образом, программу можно было либо закончить в очень короткий срок, набрав максимальное количество предметов, либо растянуть на долгую неторопливую учебу, беря, например, один предмет в неделю. Вот, моя задача была как можно быстрее выучиться на программиста, чтобы начать уже работать в этой сфере, поэтому я набрал как можно больше количества предметов и закончил всю программу за один год. Работу я нашел до того, как получил диплом, потому что я уже создал свое портфолио и начал рассылать резюме, уже начал искать работу до того, как я получил диплом. Второй вопрос. Необходимый минимум знаний для устройства на работу получили в университете или проходили какие-то дополнительные онлайн-курсы? На этот вопрос я могу ответить, что 80% всех знаний я получил через учебу самостоятельно, не через университет. Университет дал где-то 20% базовых знаний, но очень важно было учить самостоятельно, благо очень много YouTube-курсов, очень много интернет-сайтов, посвященных веб-программированию, где информация изложена доступным, хорошим языком для понимания. Можно найти варианты и на английском, и на русском языке. Я рекомендую учить источники на английском языке, потому что если вы собираетесь работать в Северной Америке, в Канаде, то вам нужно заранее знать терминологию. Плюс это хорошая практика английского, помимо того, что вы учите программирование, что является плюсом. Плюс в обучении огромную роль играет практика. Я бы сказал, программирование — это не тот предмет, который можно запомнить, выучить наизусть и просто знать. Здесь нужна практика, здесь нужно набивать рук, тренировать свое логическое программное мышление. Параллельно с учебой я начал делать свое портфолио, стал делать какие-то маленькие проектики, и ссылки на эти проектики я указывал в своем портфолио. И таким образом уже, когда портфолио было готово, мне было что показать работодателю, какие-то мои маленькие проекты, которые я уже сделал, и это мне очень сильно помогло в поиске первой работы. Также я рекомендую тем, кто учит программирование, создавать свой блог или даже YouTube-канал и все, что вы выучили, сразу размещать на своем блоге или YouTube-канале, обучая других. Таким образом, во-первых, когда вы обучаете других, объясняете другим, вы гораздо лучше запоминаете информацию. Второе, блог или YouTube-канал производит большое впечатление на работодателей. У меня тоже есть свой блог, я туда пощу не очень часто, как хотелось бы, потому что времени не всегда хватает. Но когда я ищу работу, я могу запостить туда 3-4 статьи, освежить его, добавить туда каких-то знаний о последних новых технологиях, и это уже произведет большое впечатление на работодателя. Следующий вопрос. С чем работаете, какой ваш стек? Ну, кто не знаком с термином стек, стек — это набор технологий, с которым работает программист, IT-специалист. Я работаю фронт-энд-программистом, и мои основные инструменты, которыми я пользуюсь, это язык программирования JavaScript, HTML, CSS. Дальше я использую в своей работе Node.js, NPM, Webpack. Я экспериментирую сейчас с Webpack третьей версией. Дальше я очень активно использую React, Redux, Flux, MobX. Сейчас, наверное, не все понимают, о чем идет речь, но это технологии, фронт-энд разработчики должны быть знакомы с этой терминологией. Дальше в своей работе я также использовал Backbone, Knockout, Knockback, MongoDB,
Angular, RESTful API и прочее. На самом деле перечислять можно очень долго все технологии, с которыми я работаю, но это вот основные технологии, которые я выделил. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос. Как у вас проходило собеседование при поиске первой работы в качестве веб-программиста? Как я уже говорил, я работал над своим портфолио параллельно с университетом, то есть уже когда я искал первую работу, а это было до получения диплома, у меня уже было портфолио с какими-то проектами, я просто показал эти проекты. На собеседовании меня спросили, как я сделал какие-то конкретные вещи в своем портфолио, какие-то технические вопросы, и дали небольшое задание. Задание было сверстать веб-страницу с каким-то всплывающим меню, со слайд-шоу с фотографиями. Дали мне на это неделю. Я за неделю сверстал в свободное от работы время, я сверстал эту страничку, отправил работодателю, и мне сделали предложение, и я его принял. Таким образом, я нашел первую работу. Следующий вопрос. Веб-девелопмент, востребованность. То есть, насколько востребован веб-девелопмент в Северной Америке, в Канаде, насколько я понял. Во-первых, хочу сказать, что веб-девелопмент состоит из двух сегментов. Это фронт-энд разработка и бэк-энд разработка. Оба эти сегменты очень сильно востребованы сейчас во всей Северной Америке. И у опытного программиста не должно возникнуть проблемы найти работу как и в бэк-энде, так и во фронт-энде. Но хочу сказать, что самая востребованная специальность — это full-stack веб-разработки. Full-stack — это тот, кто знает фронт-энд и бэк-энд вместе, то есть и клиентскую, и серверную часть. Такие специалисты наиболее востребованы, такие специалисты получают более большую зарплату. Я хоть и фронт-энд разработчик, но я двигаюсь в направлении фулл-стека. Но в целом хочу сказать, что востребованность достаточно на высоком уровне, то есть проблем. Еще раз скажу, что проблем у человека с опытом работы веб-программирования не должно возникнуть в поиске работы. Итак, следующий вопрос. Какова средняя зарплата фронт-энд девелопера? Чтобы ответить на этот вопрос, я подготовил такой небольшой график зарплаты фронт-энд разработчика. И здесь вы видите доходы и опыт работы. То есть от чего зависит ваш доход как фронт-энд разработчика? От опыта работы. С опытом работы вы приобретаете какие-то нужные навыки, вы приобретаете опыт. И таким образом вы с каждым годом стоите все больше и больше на рынке труда. Самая сложная часть — это от нуля до одного года. То есть когда у вас практически нет опыта работы, здесь вам сложно найти работу, здесь вам сложно себя оценить и сложно оценить даже работодателям и любым рекрутерам, потому что никто на самом деле не знает, на что вы способны. Может быть, вы в будущем будете гениальный программист, да, но пока у вас нет опыта работы в реальных проектах, никто этого не может вам сказать. Поэтому иногда даже приходится работать бесплатно, чтобы получить какой-то опыт в реальных проектах, либо соглашаться на какую-то не очень большую зарплату. Но в принципе реально все равно найти какую-то работу с зарплатой 35-40 тысяч долларов в год. То есть зарплаты я указал в тысячах долларов в год. И разделил таким образом. От 1 года до 3 лет вы будете являться джуниор-программистом. То есть вы начинающий программист и можете рассчитывать на зарплату от 35 до 60 тысяч долларов в год. Дальше от 3 лет до 6 лет вы уже intermediate-программист. Можете рассчитывать на сумму от 60 до 90 тысяч долларов. Дальше. Больше 6 лет, это уже считается senior программист, и такой человек зарабатывает от 90 и до 130. На самом деле сумма 130 тысячами не ограничивается, она может идти выше, но это зависит от ваших навыков, от компании, от востребованности, от дефицита специалистов в данной области и прочего-прочего. На самом деле это очень грубый график. Он, может быть, наглядно дает какое-то представление, но это очень грубый график. И абсолютно не означает, что если вы отработали 6 лет, и вы должны зарабатывать не меньше 90 тысяч. Это
далеко не факт, потому что вы, может быть, просто просидели все эти годы, не развиваясь как программист, не изучая новые технологии. Вы просто отработали, отсидели 6 лет, и никто вам не будет платить зарплату как синьорам, и даже никто вас не повысит до синьора веб-девелопера. То есть это не только опыт работы, это все-таки отражает реальные знания и реальную ценность сотрудника. Ценность сотрудника еще измеряется в соотношении качества и скорости. То есть насколько человек быстро может написать код и насколько этот код будет качественный, читабельный и насколько он будет стабильный. Я знаю случаи, что некоторые джуниор-девелопер находили работу сразу за 70-80 тысяч. Бывает, что и интермедиат-девелоперы не могут найти зарплату подходящую. То есть, конечно, все зависит от случая к случаю, но я думаю, что основную картину вам это как бы наглядно покажет. Следующий вопрос. Что работодатель хочет от работника при приеме фронтенд-разработчика? Как я уже говорил, работодатель хочет увидеть хорошее соотношение качества и скорости. То есть вы должны убедить, что вы можете быстро разрабатывать, при этом качество вашего кода и стабильность вашего кода останется на хорошем уровне. И читабельность кода, что очень важно, чтобы другой программист, который после вас придет, править какие-то баги, делать какие-то фиксы, чтобы он мог открыть ваш код и легко понять, что происходит здесь. Плюс работодатель хочет, чтобы вы обладали навыками каких-то новых технологий, так как новые технологии появляются с бешеной скоростью, и мне кажется иногда, что эта скорость увеличивается, новые технологии появляются все быстрее и быстрее. И очень важное качество программиста – учить и быстро внедрять этих технологий. Следующий вопрос. Правда ли, что при поиске работы айтишникам работодатель устраивает чуть ли не 4 собеседования? Если да, то зачем и как тематически разделяются эти собеседования? Во многих случаях это действительно так, но опять же зависит от компании, от их стратегии наема на работу. Бывает, что проводят только одно общее собеседование и сразу делают приглашение на работу. Бывает, что проводят 4-5 этапов и так далее. То есть зависит от разных компаний и сложно предугадать, в какой компании сколько собеседований будет. Но я бы выделил 4 этапа. Первый этап – это первый контакт. Занимает где-то 10 минут. В основном это происходит по телефону. Вам человек звонит и пытается просто узнать, насколько хорошо вы говорите на английском, какой опыт у вас есть, заинтересованы ли вы в поиске новой работы. Второй этап – это телефонное интервью с техническим специалистом. Как правило, это занимает где-то около часа. В этом интервью, как правило, участвует технический специалист, который задает вам какие-то технические вопросы. Он, может быть, даже задаст вам по телефону какие-то задачи или объяснить какой-то функционал языка программирования, какие-то, может быть, теоретические вопросы. Может задать даже решить какую-то практическую маленькую задачку по телефону. В случае прохождения этого этапа дальше проходит очное интервью. Это третий этап. Очное интервью – это когда вы сами приходите в офис компании либо в какое-то оговоренное место, где вы уже с глазу на глаз можете побеседовать с работодателем. Вам, опять же, могут задать какие-то технические вопросы, могут попросить даже решить какие-то задачи у доски. Вас может собеседовать как и один человек, так и несколько человек из компании. На этом этапе очень важно себя показать с хорошей стороны, как и технический специалист, и как человек, который умеет коммуницировать с другими членами команды, как человек позитивный, подходящий по характеру. Тут еще нужно иметь в виду, что каждая компания ищет человека, который подходит им по характеру, по стилю жизни, по стилю поведения. В основном компании не ищут каких-то белых ворон, которые будут очень сильно отличаться от всех сотрудников, которые не будут общаться с другими сотрудниками. То есть общение – это очень важная составляющая, которую оценивают на собеседованиях. Также очень важно на этом этапе показать вашу заинтересованность в этой вакансии. Это вы можете сделать, составив список вопросов к работодателю,
Это покажет, во-первых, что вы можете общаться на английском языке, во-вторых, это покажет вашу заинтересованность в вакансии и в компании. Никто не хочет брать на работу человека, которому все равно, какая компания и все равно, какая вакансия. Люди любят брать на работу заинтересованных людей, которым интересна и сама компания, и позиция, на которой они хотят устроиться. Следующее. Если вы проходите этот этап успешно, то, как правило, вам дается какое-то задание, которое может у вас занять от 3 до 4 часов. И дается срок, допустим, неделя, и вы должны будете сделать это задание. Задание – это, как правило, сделать какой-то маленький application, маленькое приложение, либо маленький какой-то веб-сайт, в зависимости от того, чем занимается компания. Как правило, в этом задании требуется использовать технологии, которые использует эта компания. Либо часто бывают задания, где, например, мне часто попадали задания, где просто просят использовать чистый JavaScript, не используя никаких технологий, никаких фреймворков. Просто хотели посмотреть, насколько я могу использовать JavaScript без каких-либо библиотек или фреймворков. Вы делаете это задание в свободное время и отсылаете это задание. И сотрудники работодателя будут уже смотреть, оценивать, смотреть, насколько ваш код соответствует их стандартам. И уже примут решение, брать вас или нет. Если они примут решение брать, вы получите job offer, предложение о работе. Либо они могут вам позвонить и сказать, что, к сожалению, мы решили выбрать другого кандидата. Либо в большинстве случаев, что происходит, они просто с вами не связываются. Если какое-то время с вами они не связываются, то значит, скорее всего, шансы попасть на эту позицию у вас не такие большие. То есть это было 4 этапа прохождения собеседований. Но опять же, эти этапы не обязательно все должны присутствовать. Это зависит от компании, от их стратегии, наема сотрудников. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии под видео. Я все комментарии читаю. Спасибо вам за позитивные отклики о наших видео. Мы постараемся делать видео в таком же качестве и дальше. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте это видео. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!